Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на очереди номер 14 в черном списке. Это Тесс, дуэль с соперником. А кто не в курсе, сегодня у нас вообще это юбилейное прохождение Need for Speed Most Wanted. Игре исполняется в этом году 15 лет. Это легендарная игра, которая уже даже на протяжении 15 лет не теряет свою актуальность. Что ж, у нас два спринта. Два спринта. Тесс у нас ездит на Лексусе, который мы постараемся у него благополучно отжать. И мы будем 14-й в списке, в черном списке, да. Мы будем возглавлять 14-е место. Так, собрались. Что там? Погнали. Это вот сражение, так сказать, двух автомобилей, которые изначально ты выбираешь. Блин, то ли Lexus взять, он гораздо дешевле, то ли Golf. Кстати, Golf ты никогда не купишь, если у тебя, когда ты устанавливаешь Most Wanted, на компе нет файлов Underground 2, я так понимаю, сохранялок. То, что ты, типа, ну, реально играл там, проходил. И вот за то, что у тебя есть эта игра, если до устка... запутался. Короче, если устанавливаешь Most Wanted, желательно, чтобы у тебя были сохраненки Underground. Тогда тебе дают там, кажется, 1005 вроде бы в плюс. Может даже десятку. Надо посмотреть, как там в начале было. То есть, если у тебя игры не было, Golf ты купить изначально не сможешь. У тебя просто будет не хватать средств. И тебе в любом случае придется брать, ну, типа, Lexus, либо Fiat, либо... Шевроле. Ну, как бы, понятно, что Lexus надо брать, а не какой-то там Шевроле либо Fiat. Вот как можно вообще в начале игры делать там Fiat? Ну, что там у Fiat может быть за мотор? 1.4? Ну, ладно, он турбовый, да он не будет так ехать. Ну, да, он может быть юркий, но, блин... Нет, никогда не поверю. Такое сравнение прям. А вот когда ты именно прошел сначала, допустим, Underground... У тебя есть файлы на компе, устанавливаешь Need for Speed, и у тебя хватит бабок. Реально, если ты в тех гонках предыдущих выигрываешь и тебе дают по 10 тысяч за гонку, получается так, то, что у тебя и будут бабки на гольфец. Соответственно, я изначально почему и брал Golf, ну, потому что он был самый дорогой из доступных. Я думаю, ну все-таки должно же быть какая-то причина за то, что он настолько дороже, чем Lexus идет. Хотя по управляемости, ну, смотри, я не знаю, тут, конечно, комп так играет, типа, Lexus вообще не едет. Хотя Lexus, ну, вполне тоже адекватный автомобиль здесь в игре. Изначальных. Бам, смотри, 280, мы финишируем. У нас еще один второй спринт остается. И вообще, и все, и давай, до свидания, короче, 14 место будет мое. Вообще шикарно. Смотри, вот мы... А мы не наравне стартуем, я где-то ближе к старту стою. Пробуксовочкой, смотри, ну Lexus сразу вначале рвет. А дальше, если владелец Lexus затупит, я, конечно, вырвусь вперед. А так, смотри, вот мы на равных прям едем. Даже он быстрее, он уходит. Плюс 80, плюс 90 метров. Остановка была здесь лишней. Давай, 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 давай. В повороте прям вообще. Даже стейдж 1 в повороте не хватает прям. Он не едет в повороте. Оп! Только на азоте, смотри, смог его обойти. Проскочили. Повезло, прям повезло. Давай, в поворот. Вваливаем. Больше азоту. И понеслись с горочки на пятой передаче. 240-250. Переключились на шестую. Снесли к чертям знак. Конусы. Ну, 230. Чуть остановились, конечно. О! Прям в притирку. Давай же. Альфес, 270. Я верю в тебя. Конечно, букашка. Все же, давай. Сейчас мы у него Lexus отожмем.
Есть. Я номер 14. Есть. Сейчас будем пробовать отжать Lexus. Так. Ну и. Какой же там выбрать? Так. В предыдущем был вот здесь автомобиль. В среднем из вопросов. Мне кажется, автомобиль сейчас скрыт либо здесь, либо вот здесь. Давай пробуем здесь. Нет, значит, давай здесь. Блин, тоже бабки. Lexus нам не достался. 12 тысяч дали. Жаль. Я думал, будет еще Lexus. А, у нас же там, кстати, гольф стоит. Надо тот гольф спихнуть.